Всем привет! Сегодня решил проверить, сколько пройдет лодка Казанка с мотором Вихрь 30 на 1 литре бензина. Шланг от бака я отключил. Вот ровно литр бензина. Вот Вихрь 30. Вот Казанка. Все, приступаем. Все, тронулись с места. Пока подключился спидометр к спутнику. Газ не полный. Пойдем где-нибудь 37-38 километров в час против течения. Уже километр, скорость 38-39. Прошли уже 2 километра. Подождем, когда мотор заглохнет. Все, в бутылке пусто. Сейчас ждем, пока в карбюраторе бензин закончится. Уже тоже пусто стало. Все. Все, бензин закончился. Ставим на паузу. Все, бензин у нас закончился. Бутылка пустая, литровая. Показания следующие. На литре бензина мы прошли 4 километра 600 метров. Скорость была 38, 37, 39, иногда 41. Газ был неполный. Времени потратили 8 минут 16 секунд. Ну, где-то минуту я ждал, пока еще телефон подключится к GPS-спутнику, чтобы были показания скорости. В общем, сделаем вывод. Расход у данного мотора Вихрь 30 вполне себе нормальный. По течению, думаю, уехали бы еще дальше. В полный газ, конечно, расход был бы больше. Но на полном газу я практически не хожу. В основное время так вот и хожу с такой скоростью. Около 40 км в час, 40 с небольшим. Всем удачи, всем пока.